Хела, богиня смерти. Роль, которая доставила мне колоссальное удовольствие. Ах, какое блаженство. Хела — первая злодейка в киновселенной Марвел, а Кейт разрушила сам стереотип классического злодея. На колени перед своей царицей. Обожаю сниматься с Кейт Бланшетт. Наблюдать за тем, как она работает над ролью. В ее Хеле и экстравагантность, и безбашенность. Вижу, ты парень смышленый. Подкинуть работенку? Лучшие злодеи — те, к кому испытываешь и симпатию, и антипатию. Те, кого понимаешь, чувствуешь логику их действий. Она возвращается с мыслью, что ее примут, воздадут ей должное. Освободить трон. Я бы отдал кому-то бразды, но не тебе. Ты же все... загубишь. В числе самых любимых — сцены с побоищем. Потрясающе. Были дни, когда ты молчишь и просто орудуешь топорами. Так здорово. Марвел представляет Тор Рагнарёк.